подписчикам зрительного канала. Ребят, что, пришла у нас еще одна посылочка для зимней рыбалки. Ну, тут уже не снасти. Сейчас увидите, что тут. Собираюсь в этом году выезжать, ну, с ночевкой на зимнюю рыбалку. Ну и ноги самое главное. Надо нам, чтобы было все в тепле. Было, чтобы все у нас в тепле, так сказать. А тут у нас, ребята, вот такие вот гачи. Здоровые. Магазин так называется, я так понял. Так, вот такие вот, ребят, боты пришли. Первый раз у меня такие боты обычно на зимнюю рыбалку. Ну, хотя в обычных пенках таких тонких. Ну, сами понимаете, 10 шерстяных носков. Ну, вот пришли вот такие вот мне ботиночки на обзор. Ребят, ну что, повертел я, посмотрел. Сейчас скажу свое мнение. Не буду рассказывать там что-то, что написано тут. Ну, материал скажу, Эва и каучук. Все, а что тут написано в книжке, это, в принципе, написать можно много. Я вам скажу чисто свое мнение, чисто как я вижу их для себя. Ну, минусы, плюсы какие-то, что я сейчас увидел. Конкретно, конечно, надо такие, ну, проверять на льду, там, мороз. У нас минус, написано минус 60, но до минус 60 у нас нету, минус 30. Ну, думаю, минус 30 будет комфортно. Ну, первое, что, это вот то, что ништяк, то, что тут сделали пяточку, чтобы не протиралось самое такое, места, где протирается. У меня до этого таких сапог не было. У меня были обычные, вот, за 750 с базара. Ну, там они тоже, типа, такой материал, но, конечно, не такой, это видно сразу. Можно рядом поставить и сравнить. В тех тоже протиралась пятка постоянно, там вылазила, а там оно было... То есть сразу, вот это отдельно, а там было оно сразу как бы пришито к сапогам. Ну, все это бред, все там ноги мерзли, по 10 носков одевал. Тут у нас она фольга, видно, что под, ну, подошва, все вот это в фольге. Она соблюдает температуру пятки, ну, это опять же я вам из книжки говорю, и пишется, типа она влажность впитывает. Ну, это что на книжке написано, там не пробовал. Потом, что... Вот тут усилена пятка, это чувствуется, конечно, жмешь, чем тут пожать, и тут видно, что... И, ой, пятка, носок и пятка. Тоже тут вот сделан такой выступ, не знаю, может, чтобы не бить, чтобы, если что, удар весь сюда пришел. Это плюс. Потом еще, ребят, заметил, вот смотрите, такой протектор. И на этом протекторе сделаны еще маленькие-маленькие шипы. Но опять же... Надо все пробовать на льду, но думаю, связь со льдом будет хорошая, скользить они не должны. И довольно такой неплохая. Толщина, смотрите, какая, видите, подошва. Ну, уже толщина подошвы, это понятно, то, что мерзнуть будет меньше. Ну, тут идет более твердый материал такой какой-то, может, каучук вот этот. Раньше каучук, помню, в колеса вставляли на велосипеде, пробьешь колесо и его вставляешь, на нем ездишь. Потом, что, вот из минусов единственное, ребята, у меня не с чего сравнивать, это надо такие же сапоги, ну, как он похожи фирмы, и с ними сравнивать. Мне кажется, они тяжелые. Ну, не знаю, это мое чисто мнение. Я таких сапогов больше не держал, не пробовал. Если куда-то далеко ходить, наверное, будет некомфортно, будут тяжелые. Ну, и тут же, если тяжелый, значит и теплый, потому что материала много, думаю. Это все понятно. Вот эта штука, верхний манжет, так его назовем. Тут, видите, есть протяжечка. То есть, если такие сугробы у кого-то есть, у нас давно нет, у нас там Новый год дожди иногда идут. Но я так понял, она непромокаемая. То есть, вот это не промокнет, ничего вам не попадет. Ну, эти, как всегда, вот это, конечно, слабый. Походишь, мне оно будет понятно. Надо на липучках, на широких липучках было бы ништяк. Когда этого перчатки приходили, тоже там были липучечки, было бы ништяк. Ну, в принципе, больше ничего такого из минусов пока не вижу. Все проверим на морозе. А так, сидя дома,
верчает туда-сюда, толком не скажешь. Чисто первый взгляд, мое мнение. И видите, вот это 42 размер, видите, какие они просто здоровые. Здоровые сравнения. Вот такие вот ботиночки. Ну, я думаю, зимой уже ноги не будут мерзнуть, потому что собираемся с ночевками выезжать. И обувь, в принципе, это... Если ноги мерзнут, все, это ты весь замерзнешь. Так что вот такие вот ботиночки у нас. Надо туда попозже Лена заказать. Просто я не встречал, кто знает, где, на каком сайте можно заказать. Напишите или ссылочку дайте, чтобы Лерке тоже такие же заказать. Чтобы она тоже будет, наверное, тоже выезжать на рыбалочку, на зимнюю. Ну, вот такие вот ботинки у нас, ребят. Ну все, ссылочку я на них оставлю, можете зайти, почитать, что-то, может, интересно еще для себя найдете. Ну, а так, еще встретимся на льду, я еще на льду про них расскажу. Ну все, всем спасибо за просмотр, ребят. Также пишем комментарии, свое мнение. Делали, сговорили, чуток разбавлять обзорчиками. Будем обзорчики. И напишите, ребят, что бы вы хотели на обзор увидеть. И мы уже подумаем, попробуем что-нибудь заказать, что-то может кому-то интересно. Может, что-то кто-то себе хочет купить, но не знает там. Пишите, будем что-то выбирать, по возможности будем делать такие обзоры. Ну все, ребят, всем пока!